and then you're done. Всем здорово, ребят, с вами Флавы. Сегодня, как вы видите, там... Как видите, я сейчас нахожусь на своем приватном сервере, тут же Ванжи. Чтобы попасть на мой сервер, вы можете перейти в описание и перейти в мой, в принципе, Discord-канал. Там вы сможете подать анкету, у меня еще осталось 2 бесплатных места. Так что вы еще не все можете потерять. А сейчас мы, ребятки, находимся в ГУЛАГе. Так как у меня есть 2 заключенных, 2 пропитых алкаша. Короче, вот он, один из них уже снарядился каким-то образом, потому что, блин, наверное, я лоханулся немного, решетку не так проставил, ну ладно. В общем, они уже снаряжены и готовы сражаться. Сейчас я им выдам рычаги, и вы просто посмотрите, насладитесь шикарным боем. Так что, ребят, сейчас переходим. Ставим рычаг. Первому здесь. Второму вот здесь вот. Нет, нет, не заходи, что ты делаешь, дурак? Нет, не заходи. Ну ладно. Закрываем за ним дверь. Ну и всё. Кстати, если они будут вместе содействовать, то я их обоих посажу на пожизненный. Найдите... Бой. Все. Пускай они начинают дерутся. Да, ребят, вот такой вот мне жесткий гулаг. Правда, эти 2 пропитых алкаша уже успели сдружиться, поэтому они вряд ли будут сражаться. А, они мне... Давайте. Ну чё вы, блин. Какое-то унылое говно, реально. Я, наверное, даже на эту помощь не выложу. Чё такое? Ребят, сейчас погодите, я к ним в Discord переключусь просто, и все нормально будет. Давайте сражайтесь! Давайте сражайтесь, твари! Вот. Мы захватили эту арену, теперь да. Иначе вы никогда отсюда не выйдете. Никто из вас. А нам и на арене хорошо. Да, нам и на арене хорошо. Сражайтесь, давайте. У вас 30 секунд, и иначе никто не выйдет. Блин, Фокси, придется сражаться. Да, давайте, хотите, у вас одна минута. Иди туда. Кто будет умирать? Не знаю. Ну, скорее всего, умру я, потому что у меня ноут фиговый. Но у меня ФПС мало. И по-моему, ну, я не буду сражаться. Ну, давай. Я помню, где он. Но я не буду ему показывать. Его он никто не найдет. Я в спектаторе за вами наблюдаю. Отчет, давайте. Отчет, давайте. А чё у него топор, кстати? Так у меня был топор все это время. Погодите. Ну ладно, я буду пользоваться мечом. Так, вот а тварь, его... брал меня топор. Вещи верни! Мне глубоко спрятал на выживание, тварь. Он у нас все стащил. Все, давайте сражайтесь. У вас осталось 30 секунд. Сука. Этот отсчет где? Да, отсчет где? Иди на ту сторону. Я сам это даю. Ладно, давайте сейчас заново сражайтесь мне, Миша. Давай по новости. Сейчас такой, перезапись. Все, готовы? 3, 2, 1. Начали бой! Ну чё, кто умирать будет? Не знаю. Давай не будем выбирать. Ладно, давай, умирай, убивай меня. Ты никогда не говори никому, что где схрон. И победил Rockstar Foxy! Как эпично! Да, очень эпично, вообще прям. Бэдрэктайм уже тут зареспался. Ты гений, я без этого обратить Ильяна до потолка. Короче, Фокси, надеюсь, ты придешь за мной. Короче, ты пока будешь сидеть тут до поры до времени. Я тебя скоро выпущу.
Не волнуйся, я не Тварь, выйду на Славик, тварь! стоимку. Ты сказал, что ты его выпустишь! Ну да. Я его сейчас выпущу, не волнуйся. Не волнуйся, я не выйду на стоимку. Я его Окей, спрячу, он идет. спаси меня! Нет, не прячь его, он будет за тобой летать, он будет за тобой следить, не прячь его. Не Надо перепрятывай. следить за ним, короче. На сервере. Что ж, ребята, на этом все. Спасибо за просмотр такого и не такой вот не до битвы. Всем спасибо за просмотр. Ну, скорее всего, будет самый короткий ролик, почему бы и нет. Всем спасибо за кстати, просмотр. Ролик еще можно раз всем минимум пока. по А, 5 кстати, минут ребят, даже. забыл вам сказать спасибо вам за, большое за огромную активность на над моим последним стримом. Целых 62 просмотра. Для меня это сейчас очень Вы много. Лохи. Вы большие молодцы, ребят. Всем спасибо Ребята, за вы просмотр. лохи. Всем удачи и всем пока.